Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от Карачаева-Черкесии Султаном Узденовым, который находится в республике в рамках региональной выездной недели. Султан Джашарбекович активно включился в работу как по развитию республики в целом, так и в отработку обращений граждан. Султан Узденов является членом Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И сейчас основной профиль его работы – это улучшение экологической ситуации в регионе, защита домовладений и сельскохозяйственных земель от потенциальных подтоплений. Начиная с 2012 года в целях защиты населения от паводков и предотвращения подтопления в Карачаево-Черкесии капитально отремонтировано 40 гидротехнических сооружений, построено 9. В настоящее время ведется расчистка русел рек Улух-Урзук, Тиберда, а также реки Архыз. Начался ремонт дамбы в селе Предгорном Урупского района, что позволит защитить от затопления 31 жилой дом и почти 16 гектаров земли. В настоящее время Султан Джашарбекович совместно с правительством республики активно работает над решением двух важных задач – ликвидации несанкционированной свалки отходов в селе Первомайское и в ауле Адыгехабль.